Короче, включил таймер. Час 30 наша задача. Время пошло. Погнали, погнали, танки хилы есть. Короче, в БДК и Мишка пойдем тогда вот. Убиваться некуда. Блять. Куда ты ушел? Да не тот маг как раз нажал. Игорь, Юн, ты тут? Юн. Так, тут же холдинг? Нормально будет, если на группу уйти или херня? Да, конечно, это нормально. Пидоров сразу будем... Детектив, короче. Попен трахен. Так, а танчит у нас, напомните, Void Beast и... Void и Психопанкс. Не слышал? Психопанкс, я понимаю, за осколками идет. Предупреждаю сразу, короче. Психопанк забирает осколки, мы идем на группу ути. Никто, кроме него, на осколки нужно не жмет. Типа, будет ГП за это. Увижу, что кто-то нажмет нужно, помимо него. Получит ГП. Ой, где ты там? Пятеровый, да. Так, квест можно делать или нет, или не будем? Какой? Ну, мне на шею надо. Ну, не принципиально, на самом деле, сейчас. Да, думаю, можно. Идем здесь. Все-таки, что у нас по хилам? Типа, два РШАМ и ДЦ нормально, что ли? Это слишком хорошо, на самом деле. Окей. Давай, Роджер, ты щит на Вайда, а я на Психопанкса. Пум-пум-пум. Ну так-то вроде все. Пока я перезаходил, вы тут это отсортировали, короче. Ты другим на отхил. Блять, вторую пачку сагрета. Поехали, ёптай, мать. Будет, когда эта декалка есть. Еще и третий тоже, бля. Окей, ладно. Все. Не-не, там смысл. Не, да не падайте раньше времени, духом нахуй. Зайдите просто за стенку хитереть. У вас живой танк сейчас. Сил сейчас ляжет. Да вы просто сдаетесь раньше времени. Да. Понимаю, это нормально, но не расслабляйтесь. Дайте гнев не сидеть. Вот кто постоянно это делает? Вот очень часто цепляют. Неужели совы до сих пор? Или ханты? Кто это делает? О, нету хант у меня. Паладин какой-то. Медведя жопа жирная просто, понимаешь? Повороты не вписываются. Может кто на сову зайти? Типа рейд без совы, ну такое. Охуенный рейд без совы, нормально. Ничего, что у нас 7 паладинов, 7. Мне кажется, да, кто-то из них должен зайти. Паладины. Мне кажется, кто-то из вас хочет с другим кем-то пойти. Слишком много вас. Не знаю, сам сова. Кто там еще? РДЛ нужны. РДЛ и ЛМ, да, ЛМ тоже нормально зашел бы. Фу ты это, не. 7 паладинов, а бафов не было толком, блядь. Это не хило, блядь. Кто-то с паладинов, зайдите другими чарами. У кого там посильнее чары есть? Андреа, ты не хочешь совой? Да. Забейте на сову, но я вам сова. Чисто чтобы был баф, мы же идем, короче, тут все это. Ваншоты. Без этого баха ваншоты.
когда агрится трэш, надо дать стан Гетрона, вернуть его. Вы все это можете сделать, любой рейд. Вы бесполезны, если вы не делаете это. Сейчас я скажу, какой синий ретрик вы должен сделать. Вечно больше ярости. Просто у него бусты не вкачаны? Ну да посмотри, у него нет, вот тот как, у Рахерим нет, нихуя не буст твоего. Да пофиг, а зачем ему буйство, если крит и так есть рейд? Мишка есть. Не, фурик он один, кстати. Ничего не знаю, ясно. Ребята, кому ПС кидать? Там маги, может, хорошие есть, хорошо одеты. Второго сагрили, второго. Смотрите, может зайти на сову, але только на лича я захожу на ханта. Давай, давай, отлично, благо. Отлично, кем, паладином? Нет, фантом. Главное, пол не нужен. Чай на конта захож. Окей, окей. Там какой-то кого напал на конта. У вас пул? Ага. Ну такой. У нас не просто фул, у нас тут такой перекап людей был. Я могу с ДЦ перезайти на СУ. А, фил тогда. Да, ну, говорю, вчера нормально вообще все захиливалось, говорю, шам, вообще просто прекрасно. Бери. В норме. Дайте только речи, не стоим сейчас у ребра. Вот 7 минут. Подожди, ману, подожди, подожди, папирос, у тебя есть ДЦ? 15? Ну ладно, нет. Пойду в душ прямо. Ну черт, папирос, у тебя есть ДЦ? А кто в ЖБ будет? Рыба, бля. Да, рыбу ставьте. Дай паки. Ладно. Сидим так. Дай паки. Подавись. Шкаф, лок поставь, любой из блоков. Это психопанкс, ты это на ребре там на боссах. Ну, побудь как типа протопал. Не тыкай сейчас эти ЛПшки, а то мне совсем скучно будет. Давай его ДК спекнусь тогда. Потанчишь соло. Не, ну можно ребра соло. Но там где-то сухие, да не, там, да не надо. Я там постекаюсь, посмотрю, что как. Надо, да. Ну типа, если хочешь спекать, в принципе, я думаю, один вытончит нормально. У меня больше тут герой. А, подойди. А, друиды лапу. Паладинов я. Я думаю, вы сами разобрались, чек. Хотя. Нет, нормально. Да медведь жирный нахуй не кликнул, ой, делить с кем. Маша. Пью. Трик на хп там дайте. Да, фурик, это не на хп. Фулбах, дайте по сове. А, каску по друидам. Не вижу каски на нем. И инты вроде тоже не вижу. Да вообще ничего нема. Две минуты стоим. Еще каски нет, быстрее. Любой паладин каску накиньте и побежали. Есть у всех каски. Это на всех каски есть. Че, я слышу? Пуляй, вой. Хочу на группу выйти, там спеки, кто на какой роли троллим. Это осколки психопанк забирает. Да, осколки, это еще раз повторю.
Осколки забирает Тихо Панкс, никто кроме него нужно не жмёт. Буду смотреть ГП давать. Беги! Да, бегите кто-то. Нормально. Так, мы в одного танка. Он в дальнего кидается. Я знаю, я говорю, что тут кто-то отбежал. Там ханты так на умираем, шо? Ой, сзади шип. Матахари резает. Робом. Ну давай квест сделаем. Ну если кто сможет поконтролить моба, чтобы его не убили сразу, его отвели там. ДК какой-нибудь да отведет. Не знаю, там маг какой-нибудь по овцу или кормит китайца. И поскольку друидов у нас ДК, то лучше овцу. Только бабу жмеет. Выжил. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Не выжил. Дайте, пожалуйста, по дороге и бафы на рогу. Боже, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Да, я слышал, что вы сам тебе. Ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Давайте фастом. Давайте. Что там с хилом у вас, алло? Ну-ка, цепухи нажимайте. Алло, блядь. Алло. Вы выбегаете. Сука. Ай, блядь. Как вы смеете ступать? Ты шо, блядь? Короче, моба контрольте. Во. Гимноман. Тоже я не понимаю, что стоять там, ждать. По дороге можно все разбавить. Согласен. Гимноманы не убейте, то есть. Выводите моба контрольте. Маг какой-то, авту ему. Опа. Три себя, сорян. Бегал у босса, дрочил. Нельзя его подложить. Давай, пиздим. Дурака. Ну, дарнованы, дарнованы. Кто убьет Трисы, тому дам 200 голды. Сука, запилил меня. Да если отсюда дарнованы кто-нибудь, корни, что-нибудь. Засал, блядь. Дайте овцу сзади дарновану. Во, зашибись. Где ваш ДПС? Бейте босса, чё вы стоите? Ты пахал. Трэш второй еще выйдет. Довольно. Ну, красавчик. Ага. Пора взять всё в свои руки. Там это, танчик кто-то. Завихрю его, лол. Вы чё, блядь? Я не знаю. Первый раз будете здесь. Духи смотрим.
Не-не-не, наоборот, не надо. Надо отпухать. Тема очень много времени. Ну и по халке было, эти духи тупые, блин, саппортов. Сибили? Да какой там 25-ку, нет, конечно. С кем ходил? С половиной дракона. Он не убил эту халку? 25-ку нет. И чё потом отменили... А, отменить-то её нельзя? Всё, что ли, расход? Нет, да, расход. Так, идем дальше. Здесь с ним двоих павших. Кстати, осколки падают? Нет, я не вижу. Да, падают. Ну, нормально, забираешь. Никто не роет больше. Два есть уже. Хорошо. 8 будет. Убить в этом грейде. Я бы пифанул. Ты еще один пакет? Подбери, сколько пускай. Не-не-не, куда, алло, стоп. Да, тебе классно взял. Надо реально паском идти, не стоять перед боссом, не смотреть на небо и сразу. Потому что у нас открывает дверь, два плеста, два друида. Метриков миллион, манного освещения сидится, по идее. Коль ускориться хотите, дайте, пожалуйста, по дороге бафы на рогу, потому что еще на ребре он упал, и ни одного баф до сих пор появляться начали. Спасибо. Блять, Орегано, тебе же объясняют, нельзя нажимать «не откажусь», потому что, блядь, шмот дизнится просто. Дизить как вообще не будем тогда. Чтобы по спеку ребята ролили, они потом выпрашивали друг у друга, может, не будем дизить, а все «не откажусь» будем жать. Если кто-то ролит по спеку, он по-любому получит. А если он хочет на офф-спек? Он нажмет «не откажусь», но его задизят. Зачем «не откажусь» нажимать, сука? Почему вы такие невменяемые? Сколько раз водил рейды, вы не можете запомнить. Надо на успех, нажимаешь ебаный кубик. Дальше все решается в РК. Так вы сейчас про это и спрашиваете, типа, что не по спеку рулите? Ну вот, это все решается. Если он не писал в РК, что ролит на второй спек, то отдает тому, кто ролит на этот. Давай, коня врубай. Мастер ауру прожимай. Бежим, бежим, я в кашу. Добегаем. Бафы я написал, 3,5, что бафует. Кал, каски, Маша, кулаки, вест лайф, кресты. Запускаю сразу, берем. Да, запускай. От БДК полетаешь туда. Я полетаю. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Че, мы тут Рашам ДЦ захилим с тобой, нет? Сурка. Вдвоем. На... Ты строже такой больше у меня? Хотя ладно, пофигу, пусть двое будут. Рашамы нафиг рисковать. Я еще просто, видишь, этот, когда восстановился мана, не настраивал энха, я вообще не помню, что там. Какие-то стаки, проки, что-то молнию там разряжать. Так что не будем это рисковать, да, пойдем как есть. ДПС и так, в принципе, завались. Смотри, медведь тактику не знает, сука, стоит в бомбах. Вот пивец. ГП за такое. Только три пушки бьют по кораблю, ребят. Правая свободна. Так. Сержик тут? Тут. А чё ты в ледяной короне? Ты вылетел? А да, мне не нужно было летать. После сурка отойду, там все чай забодяжу. Давай, давай, брат. Хорошо. Мишка Ван Лав, смотрите, как охуенно смотрится джетпак на моей жопе. Кота тоже прикольно.
Обычно в этот джетпак тебе прессую, да? Ой, да там во все маленькие ранки и дыры нахуй. Всем цехом, блядь. Ты че, Славик, на заводе работаешь? Нет. Я думал, ты работяга. А просто на заводе работаю. Блядь, лопаты там производят. Потому что тоже на заводе работаю, у меня частенько джетпаки вылазят, бля. Из задницы? Что производишь? Джетпаки производишь? Что производишь? Для РЖД в основном продукцию. Поэтому все так плохо у нас. А что так? А нет, все нормально. Для метро, для РЖД, ну государственный завод, короче. Друлю, подождите. Так, а мне не нужно, давайте. Хорошо. Баф, дайте. Баф сову, фастом. Сейчас, можно сразу сурка запускать, не? Да. Да чё за... Ой, тебе голова упала. Рыбу поставил. Кому надо. Ну, спасибо. 300 баф дайте. Рыбу дайте. Инту дайте. Ай, дайте баф. А что, не запустили? Я сказал, можно. Запустили, запустили. Пяти флаг. Я начну. Давай, я начну. Не, давай я начну. Да не, давай. Не будет собирать. Да пусть псих начнет, Славик. Ты же не псих. Мне потом пусть БДК начнет. Заднего нормально будет. Короче, как эти тебя. Тебя джетпак кричит задний еще до сих пор. В принципе, рога есть, там на поле, думаю, не сорвут с войда. Ну, короче, ЛП решит, кто начнет, поехали. На пульщики решат, кто начнет. Пала, можно ролить волю? Сложно вопрос, на самом деле. Нет, почему? У них либо как бы колба и выбор, либо этот, черепок. Ну вообще в бис-листах нету воли, поэтому, наверное, лучше. За 20 секунд до полуботом, линканите, плиз. Чтобы считывать начал. Хорошо. На первой трене моей ссылки Сергера это была воля на паладина. Поехали. Ой, взял не меня наш на пулю, блин. Угу. Поехали. Давайте нажимаемся, все. Видал, какой я красавчик. Что-то мне кажется, меня где-то заебали. Не, просто волю с чешкой, да? Я не отгласаю, что вы там меняли. Типа вы там сами меняете, стрэш бьем. Таргет у него, конечно, неприятный. Ага. Трэш бьем. Такое войско посливали, оно бы сейчас зашло.
Давайте, давайте, хорошо идем. Поднажмите да, еще. Да, бивает. Нормально. Что там упало? А эти могут волю ролить, а то я бы поролил. Ага. А сколько там РДПС? У меня нету рекаунта. 300. Отсоси у тракта... Ой, извините, пожалуйста. Давай. Кто-то побежал же? Кто побежал, надеюсь. Да, там Рок убежал. Бежит, вижу. Все открыли. Фига себе, средняя 23. Погоди, они там валаи будут пока торгуют. Погоди, ты веди пока. Ну, а вы куда? Ладно, го сразу в центр, да, я согласен, у нас рейд сильный. Центр только гобики ходят. Да пофиг. Нормально, все, мы среди своих. Вот слева идет. Ну пойдем на центр тогда. Зачем центр? Вот он идет. Давай, 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 ловим. Сейчас вторая сейчас идет, и нам жопа. Он же сильный. Размахом ты гони. Давай, я пойди спалю. Вон он еще стал. Давайте, добивайте вторую. Нормально. Че, отводим? Куда? Блять, есть трешни, тебе отводим. Что ты бафы дал? Дай тебе мне себе паладины. Хочешь на бете? Паладины где тебе? Сержику Боб надо было дать 7 паладинов, да? Дайте мне в небес, не спойте валюты. Короче, мало паладина, нужно еще. Лол. Ну вы зальете их или нет? Почему тут какие-то бафы странные? Какие-то бафы странные висят. Всегда висят, я... если их много, и они тут даже будут. Мне кажется, вы не спасете их. Еще маны нет. Нет. Он падайте, не убьете. Попробуйте, может что получится. Да нет. Ну надо просто точечно в одном лоте такие полоки сделать. Это вы слабые. Вот и все. Да валик убили, хрен с ним. Пойдемте босса вбить, пусть в спину бьют. Ха. Вот видишь, что бывает, когда бежишь на центр. 7 паладинов ни один боб не дал. Ни юнту, ни локу. Зачем здесь нужны, непонятно. Ни одного стана не было, кроме калка. Вы их подводили к порталу или нет? Ну, я что-то не показываю от Вестлайфа, что он гнев давал. Портанитесь тогда на... К сурку портанитесь. Я что-то три раза два. Больше никто. Портунчик сурку, идем пешочком. Компания наверху. А, у меня будет другой был. К сурку. Куда побежали? Подъем смертоносного. Стой, назад иди, назад иди, Рольш, назад иди. Кто вперед уже портанулся? Я 10 раз сказал. Бесайтесь быстрее там, в темпе вальса. Да, блядь, портуйтесь вперед и просто шаг назад делайте к стенке, они не агрятся, они стоят, дрочат. Сейчас проверим.
Да, портанулся, нормалек все. Не трогают. Нужно подойти поближе. Ой, бай-бай, ой, ты где? Куда вы налево? Вон в центре много трэш. Да, нахуй вам нужен. Ты нет, что-то как бы уже заходил. Давай, это блин. Долбанный валька. Идем на чему. Шатаем там все. Кстати, можно рейд пополам поделить, пойти, короче, половину на гниломорда, половину тухлика. Можно, да? Я на гнилого. Ну. Юра, берите половину вайфенса, блядь. Да, фу. Что еще делать? Можно бафы покидать, пока идем, да? Да, да, по дороге надо бафы, там бафы. Фу, баф кидайте паладины. Пока нет, не бейте бафы. Че меня такой пидр прикрывает? Полпиперста баф. Рахилин, ты тут? Он всегда после сопка лопается. Это правда? Там кто-то говорил, что после сорка пойдет чай делать. Да, сеньор. А где там морозьте, наверное, да? Как тут что делать, не знаю. А где прям морозьте, паладин, где мне только не все сразу. Просто есть. Вот сейчас гнев надо, вижу. Ну, например, гнев, там, не знаю, вот калк и машулечка будут прямо за этим следить. Ну, что с этим варом делать, где он, блин? Ничего. Ну, подожди, чё, это босс открыл, прикинь. Чё, алё, ём. А? Он сказал, что чай отойдёт, нальёт. Да не он сказал, или он тоже сказал. Хочется чё-то... Что-то ты сложно какие-то вопросы задаешь, давай чуть полегче. Давайте все обратно-обратно, вторую не сагрите, мы типа не такие сильные, видимо. Чё, чё, Славик это, походить будет? А второй танк заберите? Любой милик, паладин любой, ДК забирайте. Я, блядь, бомжи вообще сожрали, заебись. Вы там что, а у них все будет? А ты тоже сдох,
Да, меня бомжи сожрали. Бейте псина быстрее. Ой, другой милик забирай. Другой милик. Машу похили. Маны нету, добивайте. Вообще, неправильно то, что они сделали, вот что по два стака сразу купил. Подожди, вперед не иди. Такого не было, по-моему, на офиг. Бой. Не по одному стаку купил. Маба, хуйня какая-то. Так, не идите вперед, подождите, нету маны. Маба, бой висит. Ну, маба, бейте и резать ноги. Все равно бой. Там еще один наверху, притяните. Сверху, а, сверху. ДК, любой. Дарк Сок, когда у тебя притяжка? Катяни его сюда, не бойся. Назад отходи, я собака. Все отлично. Уже 4 хапки у меня схавал. Дохну с вами пока. Пойдем поберу. Это вообще не по. Вообще не по понятиям сделал. Капец, я очень мечтаю, чтобы после того, как поставят классику на офе, поставили БК и Лича на офе. Я, блядь, хочу Лича поиграть на офе. На офе не будет. Не будет. Я не застал Лича на офе, короче, блин, это прям пиздец хочется. Ловушка. Не будет, когда Лича на офе. Не вижу смысла в это играть. Мы и так уже все поиграли. На Сидус интересно. Вообще ноль. А что за Сирус? Ну Сирус там 3-5. Просто там всякие фишки с разных патчей. Типа прокачка гильдии там. Там всякие нежить, допустим. Месть бульдога там с дорогом, короче. Да, то есть, ну интересная хуйня, то есть. Не то, что, блядь, заходишь на цирк, все одно и то же. Все уже известно. А там охуенно, там можно. Блять, на Сирусе через полгода такая же хуйня. Конечно, что то же самое. Там сколько. Блин, ну что нет, ну ты заходишь и будет то же самое. Ты уже привыкнешь к этой системе. Так ты понимаешь, что я там еще даже в ЦЛК не ходил, я там. Это бомж. Твои проблемы. Ну в смысле проблемы? Как я там прокачиваться еще, пиздец. А тут. Мне знаете, что понравилось? На Вармении, когда был вот этот открывающийся контент, я помню, мы закрыли льду. Там собрали русскую гильду, русскоязычную, и вторыми закрыли льду. Я помню, ходил, подал рану, короче, мне чуваки одно только на английском пишут. Ааа, блядь, фаб-фаб. А по факту ты в 226-м шмоте. Ну да, на самом деле это сильная история. Пост может. Я вот сейчас в 226-м шмоте массирую. Ну, там пару шмоток СИГ-25 есть. Кражан ходил вот вчера. Что бомжи пиздя? Пустите такой бомж. Снова потекла.
ком сейчас слезень из рейда Орегана. Взрыв тут на трех больших или сколько там их надо? Да, блин. Забирай большого, ну, сейчас скорее. Соединяйте мелких, так добьем. Патриоса, дай гон на хп. Ладно, надо. Что? О, Вуди. Я просто не посмотрел проценты хп. Сейчас подбежим, лок шкаф, да, твара засумоним? Не знаю, я, наверное, лучше пиратку легиона нашел, чем на силу. Так что это, сейчас забежим, не пуляйте сразу. Твара засумоним. Нет, не идут. Не, если хочется чего-то нового в плане вот развития сюжета Warcraft'а, то да, спорю. Хотите нового сюжета в Warcraft'е, идите. На Мудрочильне есть сюжет? Что? Сумоньте Вара, третья пати. Иди не пуляй пока, блин. Я пристабав ему точечно дам. Сразу как придет. Че, я ВДК с пятницей? Ну если будет, что там? Что там, диван надо кидать, да? Не-не-не, в два а танка. Я спикнулся. В два танка, вы что чудите? Мы занесем. Не успею за раз еще. Есть у кого принц с собой? Где там? У меня только банки. Сейчас, наверное, в РК заходил. Ты там чё, принимаешь? Вот, принял, дайте баф быстро по нему, каску, кулак, просто баф, лапы накиньте. Давайте 10 секунд и пуляем. Споры в звезду, в печеньку и в миле. Ласт чек даю. Нажмите, пожалуйста. Спасибо. Все готово, поехали. О, спасибо. Лок, отойди, пожалуйста, немного. Типа, не силы должны подстраиваться под вас, а лупер силов. Ну, да, ёп. Там сами друг друга сменятся, я не слежу за стаками. Лол. Второго танка-то нет. В смысле? Я же говорил, два танка, вы что сидите, лол? Давайте диван на медведя просто. Диван на медведя и половину в баблю какой-то. Сейчас я сниму. Волк. Кто спекнулся? Я несколько раз сказал, не надо чудить ничего. Вы что делаете, блин? Сколько паладинов, никто не смог бабли таунтить, лол, ару не могу. Да у меня бегаю.
Сразу там ДК таунтов. Тест паладина. Ну, не хотелось бы, наверное. Так, после такого я не понимаю, как люди не захиливают это в 5 хилов. Ты всегда был моим любимым. Ну да. Ну как, блюют просто и не захиливают. Нифига, смотри, топовый был так-то. Да, перчи на ретрика, кстати. Там. На АДК тоже. Ну, АДК ретрик. Просто он не в курсе сейчас за без шмат на паладин. Нет, ты что, так же там? Для АДК остаться. Да, чё там, кровь отхиливается. Да будь в танке и этой в куклу. А там кто-то за квест, да, спрашивал? Есть в рейде, нет? Кто спрашивал? Тут Dark Souls. Кто? АДК. Будешь делать? Да. Тогда. У тебя танк есть? Спек танка? Ну, нету. Это херово. Ну тогда чё, БДК, не знаю, или Мишка будет фигнёй страдать. Дал не добежал. Пока он в кукле. Хотела бы, потом сделала. Не надо. Точно? Точно. Посмотри, ладно. Там похитерит кто-то по ВЗ. Ну нормально, фильм. Все, не багаются же больше эти. Нормально. Так, креснуть надо. Кто в кукле посидит? Да я посидел, что начнем? Кто? Псих? Да не тебя посидит. Хорошо. Даю вас чек, дайте баф по паладинам. Он падал. Все готовы. Пей. И там вроде он сразу пулится еще. Лужи смотрим. Ну что, вы видите? И вы выходите тоже. Смотрим, мы, наверное, переведем. Да, мы переведем, скорее всего. Не, не стал так переводить. Он вылился. Сейчас все к столу отходим. Блять, вы замедлишь? Ты замедлишь, не? Да, замедлит. Все к столу, без исключения. Кроме Лока. Бьем зеленого. Давайте, сбегаем к зеленому. Оббегаемся. Ну, красный смотрим. Пельмешка. Ты замедлишь его, нет? Боб, дайте, Боб, быстрее, Боб. Там быстрее, Боб. Тут видите красного. Свич красного все, ребят. Давайте. Цель сейчас будет добивать.
Это просто тут на втором не то есть. Колбу, вводи колбу. Ну по колбам винили, по рукам. Зеленый, сразу бьем. Давайте так, чтобы вас откинуло в центр. Так, Шуман дебаф поймал. Если чё, готовься по пиросы гимна хпкачек. Пока норм, пока норм. Красный смотрим. Норм. Замедля только. Роджер вообще вылетел в лоу. Так, переключайтесь в красного. Показывайтесь. И переводите сразу. Красного, в красного сыграли все? Дайте ману, саману. Сейчас будет переход, когда он Роджер зашел. Вижу. Фух. Фух. Про рост не забывайте. Да-да-да, сейчас будет рост. Диваны только не давайте. Как говорят, хилят они сейчас. Рост. Да-да-да. Отдай щит по войду, Роджер. Милики, колба не ловите. Пол рейды в колбах. На четвертом забыл. Три, три стака, меняй его. Ай-яй-яй, я поймал, я лох. Кто добьется так уже? Вырубай стаю, сразу погнали. Как профитные пацаны. Живем, короче. Че, у нас багровый, лед лич остался, правильно? Ага. Сколько мы тут? За 40 минут уложимся, нет? Не знаю. За 35 даже, за 35. Нет, уложимся. Или сейчас зайдем за 30 минут. Навряд ли. Ну, АФКшить не будете на трэше, да, конечно, отойдем. Не то, что... АФКшить тоже не надо, короче, не тупить и не спекаться без команды. Быстрее, чем минут 12-15. Ну, плюс-минус, да. Роджер, дай щит повойду. И потом, если будет народ, можно будет МК перед ЦЛК собрать. Да, можно. Диспел. Магию надо диспелить из ДЦ. Либо пойти убить ЦЛК 25 гер по КД лича и в 19 начать новый гер в сбор. Да. Так даже нужно. А тогда и РФ вряд ли 3 штуки получится. Не знаю, короче, что делать. Нет, ЦЛК нахуй не надо. Заебало уже. Рески надо бить. Ну добить-то надо КД. Согласен, когда? Лучше РФ. Добить и РФ-ка. Вот так вот. Добьем лича. Ну, Войт, возьми сферу. Тебе профитнее всего было бы. Паладин, паладин, ГГ, короче, да. Контролить ГГ, надо, говорите кого. Да поздно уже. Левый паладин. Блять, больше не агрите, так говоришь, что вы делаете? Время только потратите. У нас есть хант, который может по 2, по 3 трэш свести да, сюда. Да, вот вы коробки, если тут и сибать, то это, блин, такое. Юн, ты здесь? В каме? В РК?
Юнит, веди следующий трэш, если умеешь по две, по три штучки, там, притворись мертвым, когда спулишь. Что, вы добили уже? Хрестните, пожалуйста. Да, побей. Спасибо. Я блокмама ресну, там, пульте трэш, только аккуратней. О, красиво, видите как? Вставай, вставай, не бойся, ладно. Бафы, пристабаф дал ему, бафните вара сразу, чтобы время не терять потом. Каску кулак. Пристабаф на кинте массово, да и паладины тоже. Посмотрите. Сейчас перед боссом дам тотем на ману и папироса дым на ману, да. Хорошо. Давайте последний три моба. Он моба буквально в секунд 30. Блин, вроде идем быстро, но все равно кажется долго. Нормально. Нужно быстро торопить. Бомба по танкам сразу дайте еще. Поводи. Дайте бомбу по танкам. Даю тотем. Давай гимн на ману. И крест по локам. Один. МП5 престам. Дайте, пожалуйста, и инту. Престабав дал всему рейду. Надо медленно торопиться. Все четко делать. Быстро и четко. Владимир, кто крест бафает? Полуку дайте крест кто-то с паладина. Кто крест бафает? На вихре только расходитесь. Помогает какой-то на вихре? От какой-то ауры? Это вряд ли. Какой-то его станки. Угу. Все не бейте. Смотрим. Вихрь скоро. Вихрь разбежались. Снова вихер. Так, или все, как массой только не бьем, там сверка. Вихрь, лок стоит, сова, вихрь. Гера КД, так что Талдарама так сливаем. Блять, это не позвал. Прибежали, кружили, кидались, ебались, вот слово хочет. Сколько там ВП этот ЦЛК дает? 1250. Ага. Получается, если мы вара добрали на гниль, это минус 400, да, то есть 850. Хорошо. Вихарь под боссом, там рядом, аккуратней. Так. Готовимся, скорее всего успеет он кастануть один вихрь, хотя нет, не успеет. Блайт. Да что такое?
Просто говно лут падает. Вот же разорил. Контроль сразу одного. Да, контроль, тебе присты, дайте контроль, там ты тоже можешь ты там привести аккуратно. Кант всегда по 2-3 штучки водит. Вообще замечательно. О, красава. Одного привел, второго за контролем. Красиво. И все так и бейте тут точно по одному. Просто, блин, лучше так, чем падать и потом бежать и так далее. Конечно, конечно, про что это и речь. Вот, второй прибежал. Вот, тупо в одну цель его бурстите и все, и нету его. Так, танки готовимся. Слепенько заливайте. Звезду поставил. Мат идет, ловите. Так, Крога Триксы спло, да, сейчас в БДК. Так что Войты там сильно нету.